Всем привет, друзья! Вы на канале LOLGPLAY, с вами LOL Gravity, и мы продолжаем прохождение Tiny Room Stories. В прошлый раз мы побывали в лаборатории Next Lab, и теперь нам нужно собирать все кристаллы, кусочки кристаллов, чтобы собрать их. Итак, глава 9. Осколки. В лаборатории вы узнали об экспериментах над осколками кристалла. Ваш отец полагал, что их нужно прекратить и вернуть осколки обратно в пещеру, иначе может произойти катастрофа. Найдя осколки, вы отправились на склад за остальными. Сделаем поярче. И вот мы приехали на какой-то склад лаборатории Next Lab. Проход на территорию закрыт. А как какать? Может, можно перелезть? Grid Cell. Что значит вот это? А почему оно даже не поворачивается, блин? Может, на машине можно проехать? Точно. Я так и думал, что как в кино сейчас разобью вот эти ворота. Как же мне... Блин, я не успел прочитать. Контейнеры никак не нажимаются, не проверяются. Этот контейнер закрыт. Я не буду копаться в мусоре, ну, как обычно. Я уже понял, что ты чистюля. Здесь нет ничего интересного. Ладно, 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 хорошо. Fire. А вот ломик нам пригодится. Может быть, с помощью ломика можно открыть дверь. Дверь закрыта с другой стороны. Понятно. А здесь... Какой-то кодовый замок. Может быть, он как-то связан с символом, который наклеен на вот этом здании. Сейчас попробуем. Косая черта. Ну надо же, как-то прям слишком легко. Ладно, я пока не буду заходить, я попробую взломать контейнер ломиком. Не срабатывает. Ну ладно, значит, заходим внутрь склада. И здесь у нас полка со всякими вещами. Так, сейчас я усядусь. Канистра, предохранитель, кастрюля. Все вот эти предметы не берутся. Хорошо. Значит, нам зачем-то нужен предохранитель. А, еще и трансформаторная будка. Оу. Хе-хе, ну и запах. Понятно, значит, нам нужно восстановить питание. Вот мы убрали старые. Нужен предохранитель. То есть нужно еще один где-то найти. Ну, я так понимаю, что нам с помощью ломика остается только что-то взломать. И там, скорее всего, и будет предохранитель. А, ну да. Все-таки эта дверь открывается. Дротики или что это? Ножи? Весело кто-то в дартс играл ножами. Уточка для ванны. Ну, блин, я бы взял... Почему он всегда не берет что-то самое интересное? Вот уточка для ванны, это классная штука. Я вообще хочу себе уточку для ванны. И знаете, я даже как... Какой-то ключ? Ключ от контейнера. Нам нужно будет обшарить контейнеры. У нас произошел ребрендинг, и в связи с этим необходимо заменить все рекламные щиты, где встречается логотип компании, на новый. Администрация. Это то же самое... Это то же самое. Здесь везде одно и то же уведомление. Понятно. Вот я как-то раз заказал уточку с Алиэкспресса. Нет, я хочу... Я еще не все там сделал. Я еще не все посмотрел. И куча-куча всякого барахла недорогого. И больше всего я ждал, честно говоря, уточку. Настольно мне было как-то пофиг. Не работает. Так вот, эта уточка мне не пришла. И я расстроился из-за этого больше всего. Мне даже было обидно не из-за того, что я деньги потратил. Какой-то сейф какой-то. Ладно, с сейфом мы попозже разберемся. Пока что попробуем с контейнерами разобраться. Так вот, мне было действительно очень грустно из-за того, что я просто не получил уточку. Причем я, по-моему, несколько заказал. Они все были от одного продавца, и ни одна из них не пришла. Это было, ну, супер обидно. Так. А вот эти бочки... Не, бочки не берутся.
Остается последний желтый контейнер. И здесь у нас тоже ничего нет. Только большая надпись Next Lab. Хорошо, ладно. Может быть, эта дверь как-то... все, значит. Так, получается, нам нужно как-то... я вижу. 3, 20, 8. 3, 20 и 8. Это по-любому как-то связано с сейфом вот в этом маленьком здании. Так, 3, 20 и 8. Вот эти штуки не работают. Не работают, наверное, нет питания. Понятно. Но нет, не сработало. Может найти здесь какие-то цвета? Вот это, наверное, как раз-таки пароль от сейфа. По-любому. Вот тут одна полоса. Это римские цифры. Сначала получается 1. Потом... Не могу понять. Потом 17. 1, 17, 5. Сейчас попробуем. 8 и 3. Ура! Сработало. Применить. Это у нас что такое? Неправильный код доступа. Я понял. Нужно, наверное, соединить все вот эти вот линии. Точнее, точки. Нет, тут просто так не получится. Нужно найти что-то, что именно подскажет, как его, ну, разблокировать. Короче, я возьму подсказку. А почему, блин, до этого нельзя было... Ну ладно, если бы я еще знал, что так можно сделать. Так, тут закрыто. Разряженный аккумулятор. Я пока не знаю, зачем он нужен, но, наверное, он пригодится. Ящик с пометкой Next Lab. Как бы его спустить? Ну понятно, нам нужно, видимо, зарядить аккумулятор, чтобы поставить его в погрузчик. И, собственно, снять эти коробки. Ну, пароль я, естественно, не знаю. Может, я еще что-то здесь упустил? Вот оно как. Ну ладно, хорошо. Очевидно, тут нужно составить правильную последовательность. Три, пять, девять, восемь, шесть. Так, три, пять, девять, восемь, шесть. А откуда тогда этот пароль? Ладно, посмотрим, что тут еще интересного. Хорошо, ладно. Вот здесь, наверное, можно аккумулятор зарядить. И когда мы поставим предохранитель, восстановим питание системы, соответственно, после этого мы сможем зарядить аккумулятор. Ну, в общем-то, логично. Берем предохранитель, ставим на место. Заработало. А если мы заберем предохранитель, это вообще возможно? Нет, предохранители не забираются. Значит, нам по-любому нужно найти еще один для того, чтобы зарядить аккумулятор. Да, определенно здесь нужен именно еще один предохранитель. И нам нужно знать какой-то номер чего-то, чтобы сделать что-то.
Правда, я вообще не знаю, что. А, стоп. А вот это... так можно было, оказывается. Хорошо, ладно, идем дальше. Лестница слишком короткая. А куда же тогда с помощью нее можно залезть? Нет, я возьму еще одну подсказку. Я что-то вообще не одупляю. Что нужно делать? Куда идти? Установите лестницу около регламентного щита на въезде возле ворот. Ну... Окей, ладно. Ну вот только как бы я об этом мог догадаться вообще? И зачем это? Кажется, этим рекламным щитом находится еще один. А, вот и ломик пригодится. Grid cell. Вверх, вправо, вниз, вправо, вверх. Хм. И что с этим делать? Вверх. Вот я бы вообще никогда не догадался, что нужно залезть именно сюда и отколупать рекламный щит. Вверх, вправо, вниз, вправо, вверх. Ну ладно. Правда, что с этим делать, опять же, я вообще не представляю. А, может быть, это вот это? Вверх, вправо, вниз, вправо, вверх. Сработало. Хм. Прибытие грузов. А, стоп, это же просто дата. Дата нам ничего не даст. Хорошо. Я не понимаю, что нужно делать дальше. Откройте дверь на втором этаже склада, воспользовавшись кодом. Бла-бла-бла, код, название компании. Grid cell. А, просто криво вводил. Ладно. Итак, что, очередной пароль. Ну, естественно, чего я еще ожидал от этой игры? Папки с документами, различные рабочие записи, ничего интересного. С 2019.04.26 изменен на 51. Наверное, 51 груз. А здесь такого нету. Да, здесь нет груза с таким номером, так что... Номер изменен на 51. А, это вход с другой стороны, понятно. Ну, вот здесь, возможно, что-то интересное. А вот и Next Lab, 24. И что ж так сложно? Формат базы данных, наименование поставщика, дата, номер контейнера... Тип упаковки, инвентарный номер. Капец, можно просто голову сломать во всех этих числах и цифрах. Предохранитель, который нам пригодится. А. То есть его можно переключать. Пока попробуем взять его и зарядить аккумулятор. Так. Хорошо. Пока что сходим к погрузчику и попробуем снять тот ящик. Ага. И у нас есть еще один чемодан с кристаллом. Замечательно. А, остальные нужно, видимо, найти вот здесь, в этом каком-то автоматизированном складе или типа того, как это называется. В общем, нам нужно узнать вот этот номер. 3598... А, серьезно? 3598... 986. Вот так просто?
Так, мы синхронизировали данные на планшете. От Стива Ратца, компании GridCell. Уведомляю вас о важной поставке 24 и 27 апреля от Next Lab. И еще одна будет в мае. Также отправьте один ящик по адресу улица Рось, 57. Хорошо. Надо будет проверить этот адрес после того, как закончу все дела здесь. Логично. Ошибка базы данных, невозможно сочетать значения. Понятно. Хорошо. А, и нам нужно понять, где... Что из этого является тем самым нужным номером, который нужно будет ввести на складе. Ладно, сходим туда, попробуем ввести эти номера. Так, что там у нас? GC, 5 нолей, 53, 14 и 2. Это не то, что мне нужно. Хорошо, но номер-то поставщика тот. Хотя у меня есть ощущение, что я какой-то момент упустил. Это не то, что мне нужно. Да, мне кажется, что какой-то из вот этих вот номеров... Значит, нужно искать 24-27 апреля. А почему? Там же написано, что номер поставщика такой-то, а здесь номер поставщика отличается. Это что, специально, чтобы меня запутать, сделано? Чтобы мне было сложнее, да? Вот номер поставщика 24, а там не 24. Там 27-го нету номера на 20... Короче, ну вот эти числа нету так, поставщиков с таким номером. Они что, меня обмануть пытаются? Ввести в заблуждение? Ладно, попробуем прошерстить вот эти за 24-е. Ну и 27-е тогда получается. Это не то, что мне нужно. 53, 150. А, они просто по порядку идут, понятно. А вот это уже то. Еще один. Найс. Получается, это уже можно не проверять. Какой-то из вот этих. Я попробую на всякий случай второй. Второй из посылок за 27 число. 156. Кажется, я разгадал принцип того, как они это сделали. Остался еще один. Ага, то есть какой-то из тех, где есть ошибка. По-любому. Попробуем просто пальцем в небо. 168. Так. GC, 5 нулей. 53, 168. Даже не знаю, как я угадал, но как-то вот угадал. Это был последний, пора возвращаться к машине. Багажник у машины находится с другой стороны. Готово, теперь стоит поехать и проверить адрес, куда мэр попросил доставить один из ящиков Next Lab. Прошли еще одну главу. Всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр, друзья. До встречи в следующей серии. Всем пока.